ответы. Мороз пришел, в землю ушел. А. Кабан. Б. Ёж. В. Крот. Подняли карточки. Держите, пока нет. Митис. Поднимаем. Правильный ответ В. Не надо это. Держите. Все держите. 1 балл. Правильно, если вот... В это 1 балл. В экватор. Подняли карточку. Правильный ответ Б. В определение. Подняли карточку. Правильный ответ В. Митя, правильный ответ. Молодцы, поаплодировали сами себе. Пожалуйста. Вареные в воде фрукты. Арбуз это что? Как корочка? Любимая еда жителей острова Чанга-Чанга. Кто кладет Санта-Клаус в носок, а Дед Мороз под елку? В каком городе мы живем? Имени Александра Сергеевича. Пожалуйста. Номер 16 теперь отвечает. Так. Что? Так, самая маленькая птичка. Доктор деревьев. Сильная буря на море. Каким гребнем не расчешешь голову? Галина Леонид. Неправильно. Так. Номер 10 отвечает. Начинаем, нет еще? Так, висит ситами руками свита. Каких животных называют корабли пустыни? Как по пеньку узнать, сколько лет дереву? Чем питаются аиши? Лягушками, рыбой. То рыжая, то серая, она с названием белая. О какой ягодке идет речь? Я красна, я кисла, на болоте я росла. Клюква. Мне кажется, что-то времени мало дали. А мы вообще гимнастики. Петрова знает, я в медведе. Это что? Ну молодцы какие, видно, что гимназисты-то. Купила самовар, значит, приглашаю вас. Отдам вас руководителям, они а теперь я слово предоставляю Галине Леонидовне. Бывают 11, 21 и 23. Остальные проходят следующую игру. Так, видите, пожалуйста. Так, приглашаются на сцену победители. Пожалуйста. Поаплодировали все. Так, вот это, ребята, вы видите детей, которые могут защитить честь нашей гимназии. И мы посмотрим в следующей игре, кто из них самый. На этом, ребята, наша игра окончена. Готовьтесь к следующей игре.